Приветище! Это Феникс Райзинг, и мы продолжаем наши мифические приключения. Мы находимся на яблоне, которую держит Афродита. Вот она, Афродита, с побитым лицом. Сейчас мы с тобой будем искать не статую Афродиты, а саму Афродиту. Вроде бы как она находится вон там, вон, вон. Видишь, яблочко зелененькое. Тьфу, блин, зелененькое. Зелененькие деревья, а яблочко золотое. Вот туда-то мы и летим. Погнали! А как крылья врубить, я забыл? Как? О, слава богу. И с прошлого видео, если ты не помнишь, что я прокачал ускорение. Теперь могу делать вот такие вот штуки, смотри. Хопа, и ускоряемся, как боги. Хьюстон, у меня проблемы, я падаю, у меня закончилась выносливость. Сейчас шлепнусь на траву. Удачное приземление. От винта, как говорится. Все, шагаем к дереву. Я там вижу антилопу, или это олень, не знаю, кто это такой. Эй-о, я иду к тебе. Смотри, тут гранаты висят. Давай-ка тряханем мы с тобой это дерево. О, чудно. Спасибо, боги, вам за эти гранаты. Так, а где мой юный Паганини, на котором я буду погонять? Радайтесь, возвращайтесь. И расскажите своим друзьям, что я здесь и всегда готова услужить. Свежие яблоки в любое время. Блин. Фух. Я, короче, услышал голос женский и думаю, там по-любому Афродита болтает. Она говорит, типа, если вы наелись, то идите и расскажите об этом другим, чтобы приходили тоже сюда. И смотрю, там дерево, как бы, и два оленя. И кто это с кем там разговаривает? Олени с деревом или дерево с оленями? Короче, я чуть сейчас не грохнулся вообще от этого шока, шокового состояния. Полезли, скорее посмотрим, кто там болтает. Олени, вы что тут делаете? Чтобы не вызывать подозрения, мы сейчас своего оленя призовем. Ну-ка. Фига. Рожа на дереве. Или в дереве. А ты случайно не... Афродита? Да, это я. Очень рада познакомиться с тобой. Да ты же деревянная. Феникс, прости, но я так рада. Ведь благодаря тебе мир увидел столько историй великой любви. Честно говоря, не думала, что ты похожа на... Дерево. Дерево? Но ты и так прекрасна. Спасибо, очень приятно. Но теперь я любуюсь лишь отражением счастья в глазах тех созданий, о ком я забочусь. О, если б я могла уйти, чтобы помочь другим. Увы, корни удерживают меня здесь. Так вот, зачем Тифон это сделал? Чтобы ты своей красотой не вдохновляла воинов на битву с ним? Я? На битву? Не знаю, откуда такие нелепые мысли. Истинная красота в служении, а любовь в самопожертвовании. Вот о чем должно было говорить имя Афродита с самого начала. Она это серьезно? Я переродилась. Моя прежняя сущность заперта в темнице под моим самым большим корнем. Что к лучшему? Может, я верну тебе эту сущность? Мне нужны союзники в борьбе против Тифона. Мы должны думать о голодных. Ты ведь хочешь избавиться от корней, чтобы накормить голодных? Ха. Несмотря на мои корни, я скверный земледелец и знаю, что вредит растениям. Соль, она их губит. А получится? У меня ведь необычные корни. Они могучи и сильны. Нужна очень соленая вода. Так. А, это же есть в пророчестве. Жемчуг в море. Ты жемчужина, рожденная морем. Соленая морская пена. О, какая чудесная мысль. Но я не смею просить тебя воссоздать условия моего рождения. А если я хочу, чтобы меня попросили? Ну, если ты так этого хочешь, значит, моя просьба тебя не затруднит. Чтобы собрать морскую пену там, где я родилась? О, я знаю эту историю, мама ее обожала. Дедуля Уран,
бросил в море жемчуг, море вспенилось, и из пены появилась Афродита. Жемчуг? Дедуля? Но ведь все было... Именно так все и было. Ладно. В голове, правда, другое всплыло. Ясно. Силой бросить жемчужину в океан. Вроде несложно. О, спасибо, Феникс. Скоро я смогу раздавать яблоки всем голодным на Золотом острове. Я всякое видел. Вот Деметра раз превратила мальчишку в ящерицу. Но чтобы Афродита пыталась всем угодить и не шалить... Разве не этого ты хотел, когда против воли выдал ее замуж за Гефеста? Слушай, я же не... Она знала, что это для ее же блага. Блин. Короче, хотел собрать яблоки, а не могу. Я, походу, яблоки не ем. Вот это поворот. Короче, проболтал я, значит, с этим деревянным богом. Фиг знает сколько, уже ночь на дворе. А нам нужно идти и делать делишки. Чего, погнали? Надо найти жемчуг и воссоздать рождение Афродиты, чтобы получить соль. Ну что, давай заглянем в нашу карточку, посмотрим, куда нам покажет, куда бежать, собственно, нам надо. О, золотое яблоко у нас переместилось, теперь оно находится здесь. И сколько нам туда идти? Километраж, покажите мне. Идти нам прямо. А, вот, 764 метра. Может быть, мы просто прогуляемся вон туда, к этому замку. О, олень. Это не мой ли случайно олень тут припаркован? Точно мой. Здорово, Барсик. Поехали. Барсик для оленя. По-моему, это не то имя, да? Призраки. Интересное местечко. Давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Кстати, у меня же есть эти, подожди. Какие-то прикольные штуки против... точнее, как освобождать мертвых. Где это? В инвентаре у меня лежит. Вот, кувшин. Вино, с помощью которого можно успокоить дух павшего. Как мне это взять? Короче, никак кувшин я взять не могу. Но когда я прохожу через эти души, они, видишь, как будто испаряются. Но толку от этого никакого. Они потом появляются заново. В общем, это город мертвых. Жуткое зрелище. Смотри, сколько их тут. Их тут вообще огромная куча. Короче, недалеко от этих разломов есть еще огроменная база. Если так можно выразиться. Ну, замок, давай, скажу по-другому. И там есть светило, которое манит меня туда. Здесь до кучи мертвых тоже. Какое-то подношение даже есть. Я это подношение, конечно, заберу. А светило охраняется. Там сундук. Понятно. Нифига себе, медведи имеют рога? Или это не медведи? Давай поближе посмотрим. Ой, не так стрельнул. Я не ту стрелу хотел запустить. Вот, вот это вот. А, так это этот. Типа кентавр. Только не кентавр. Не знаю, как эта штука называется. Очень буйная. Рогатая. Кобыла. Кобыла. Корова. Перепутал. Ай, ай, больно бьет. Это он мне так за кобылу, что... Нифига себе. Подожди, выпей эликсир. Фига я огребаю тут. Я давненько не играл, я разучился уже играть, если честно. Ёкарный, вот это он вышибает. Очень жестко. Так, что-то в меня пульнули, но я успел вернуться. Значит, съедаем гранат. И фиолетовенький эликсирчик надо выпить. А, это вот эта фигня пуляет. Но это-то не страшно. На тебе. Японский бог. Давай-ка подкинем сейчас его вверх. И порешаем на оливье. Не-не-не-не-не. Вот когда он так бежит, я прям теряюсь. Как быть мне с тобой, дружище? Буду отворачиваться от него и нападать. Давай. Вперед. Как на красную тряпочку. Давай, let's go. Увернулся. Красава, бежим скорее, 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 скорее. По жопе ему даем. Подкидываем, подкидываем. А, подкинуть его нельзя, прикинь. Ударил. Ладно, не страшно, еще гранатики. Блин, даже Чукча, уворачиваться надо. Почему ты не уворачиваешься, а? Женщина, Феникс, давай. Вот он сам. Все, меня грохнули, просто капец. Я в шоке. Короче, мы знаем, что эта кобыла очень бешеная.
И мы попробуем контр-атакой. Со стелса на нее напасть. Может, нам и повезет. Они тут все равно дрыхнут. Блин, вот этот куда ползет? Так, 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 так. Давай! О, хорошо зашло. Хорошо. Так, аккуратно. Аккуратно, давай не будем сейчас торопиться. Он бежит, оборачиваемся. И накидываем ему. Да чё ж такое-то? Фига себе, три раза увернулся. Ну чё, ну чё, в этот раз я тебя надеру жопу. Тут капец месиво сейчас жесткое. Все в одной точке тусуют. Последние пару ударов, тычек даже, можно сказать, остался. О, дерево снес. Мощный, мощный. Так, либо я сейчас сдохну, либо мы сейчас все сдохнем. Давай, откинулся. Бычара откинулся, отходим назад. Хаваем гранатики. Не-не-не, не стреляй в меня. Меня нельзя. Так, мы сейчас попробуем отразить их выстрел. Моей парящей... это, щитом моим. Летит. Есть, отразил. Прямо в него, смотри, круто. Не, так просто я тебе не дамся. Сейчас будем их подкидывать вверх. Ну чё, один остался. Сейчас я тебя распотрошу. Вот так вот. Даже дерево упало от страху. Чё там, сундучок-то открылся? Открылся. И любопытненько, что же в нем? Эй-йоу. Новое оружие, буря! Хо-хо-хо! Давненько мне ничего не попадалось. Скорее всего, буря это... Да, топор новый. Шанс тройного урона от комбо топором в воздухе. Ничего себе. А то, что у меня к урону на 6 секунд при идеальном парировании. Ладно, побегаю с ним. Этот топорик выглядит так, как будто он не из этого мира. С космоса прилетел. Смотри, тут статуя какая-то странная. Не Афродита точно. О-о-о-о. Гляди, там циклопы бродят. Пойдем посмотрим, что они там делают. Инжир-то сколько тут, а? Ладно, собирать все не буду. А, тут медведь и циклоп, понятно. К ним в гости мы не пойдем. Цапли. Как тут прикольно, слушай, тут очень красиво. Куча мертвых. И тут ветровая какая-то штука. Кстати, уже рассвет. Забавно. Ну, полетели. Ой, не так. Посмотрим, куда эти ветровые штуки нас перенесут. О, там врата, смотри. Дворец Афродиты. Самое величественное здание на острове. Вот я не уверен насчет этого. Есть одна гора, которую я считаю царственной. Царственная гора. Слушай, ну, говорят, что это замок самый лучший на острове. Ну, что-то я сомневаюсь. Как... Он вообще на замок даже не похож. Там разруха, тут фигня какая-то. Ну, статуя, ну, колонны. Кстати, смотри. Вот в эти штуки можно пострелять. Сейчас мы это и сделаем. Ага. Открыли вот эти врата. Ну, пойдем поднимемся. Куда эта дорожка нас ведет? Оу. Поднялся я наконец-то. А тут охрана. Красное яблоко охраняет. Зачетное такое. Ну что, ребят, подходите по одному, давай. Опа! Отразил. Давайте, давайте, еще раз. Отразите. Опа, и новый топорик пошел в дело. Размотаю всех нафиг. Готов один. Ничего себе, он улетел. Пошли вы со своими щитами. Только умеете за ними прятаться. Как красиво-то я их раскидываю, а. Пикассе. О, да. Четко. Так, я думаю, что вот это яблоко... А, оно заблочено. Короче, надо разблокировать это яблоко и скатить его вниз. Угу. Как нам разблокировать?
Вот яблоко большое. Все ясно. Нужно притащить два оставшихся яблока маленьких сюда. Ну как маленьких? Они больше, чем моя башка. И тогда, скорее всего, разблокируется большой яблок. Возьмем вот это. Первое яблочко мы нашли. Сейчас мы его кинем. Интересно, попаду, не попаду. Через ноги, давай. Через ноги, прикольно. Ну-ка, сейчас, подожди, подожди. Ой, ой, стой, куда ты укатился? Ну, через ноги вроде пролетел. Ладно, тогда. Ставим аккуратненько сюда. Даже не ставим, а просто... Угу. Положить тоже не получается. Давай. Есть. Еще одно яблоко. Гляди, сколько там яблок. Ничего себе. Завалялось их там. Поехали на разборочки. Эй! Что-то как-то плохо у меня с полетами сегодня. Вообще капец. Не подготовился я. А, черт. Давай, карабкайся. Залезли. И стащим сейчас, пока нас никто не запалил, пару яблок. Вон туда, надеюсь, они долетят. И не перелетят. Все, нас спалили. Нас спалили. Хьюстон, у нас проблемы. Ну чё, оп, блин. Опасный маневр был. Называю его «Как уйти от противника». Без палева. Черт возьми, а. Скотобаза. Пернатая. Я тебя на гриль пущу. На тебе. Давайте поближе сюда, ко мне. Да что ж такое-то? О, а это что? Пазл какой-то, гляди. Ну, здорово. Да не сейчас его собирать-то надо. Надо разобраться вначале с этими... Гаргулями. Или как они там? Не гаргулия. Ничего себе. Вот это удар был, и она вниз полетела, спикировала. Как же вас называют? Забыл. Да, неважно. Главное, что я их выстегнул. Ну, теперь со спокойной душой мы можем пособирать пазл. Тут нарисована Афродита и какая-то влюбленная парочка. Есть предположение, как это собрать? Я так полагаю, что Афродита, она должна быть слева, а парочка влюбленная справа. Как нам это сделать? Это сюда. Сейчас решаем. Я по головоломкам спец. Это значит сюда. Это вот так. Кажется, у меня получается. Ага. Теперь все нужно обратно вернуть. То есть Афродиту там и собрали, а вот туловище наших влюбленных, они порознь находятся. Ноги вверху, голова внизу. Значит, нам нужно с тобой сделать маневр. Маневр. Какой маневр-то? Допустим... Да блин, запутался я. Конкретно запутался. Значит, вот так вот надо сделать. Смотри, ноги мы сейчас с тобой опустим. Ага, голову сюда. А это теперь наверх. Ноги Афродиты. Ноги этих чуваков теперь сюда. Ноги Афродиты вниз. Головы тоже вниз. Афродиту сюда. Афродит опять у нас собрана, это хорошо. Осталось только ноги влюбленных доставить. Вот, в принципе, все, я решил. Я решил, кажется, головоломку. Да, все получилось. Ноги возвращаем сюда. Е-е-е, вообще по красоте. Все сошлось. Что мне дадут за это? Где? Что? Портал. Монеточки! Сколько монеток дадут? Давайте 10 штук. 10 штук за такой же сложный пазл. Плюс 2. Обломись, бомжара. Ну ладно, спасибо. Обойдусь и двумя монеточками. Что еще мы тут имеем? Куча яблок. О! Вот эти штуки для чего? Кстати, тут вот есть даже вот этот дед, который дует. Но почему-то ветра нет. Эрос, маменькин сынок. Делает все, что велит Афродита. Послал стрелу в Елену, чтобы мать смогла сдержать слово, данное Парису. Интересно, испытает ли Феникс силу стрелы на статуе Елены? Силу стрелы.
на статую Елены. Конечно, испытаем, раз вы мне подсказали. Активировали этих дедов дующих. Залетаем сюда. И вот эта статуя, это статуя Елены, я так полагаю, да? С чашей. И вот сюда нужно стрелу вонзить. Ну давай, ух ты, там как искра. Молния, точнее, сверкает. Эрос пронзил ее стрелой, она могла лишь оставить мужа, царя Спарты Менелая, и уйти к Парису. Короче, за то, что мы... Безумная любовь. За то, что мы использовали стрелу на статую Елены, хотя не совсем на статую Елены, нам дали кучу грибов. Теперь пойдем решим задачку с яблоком. Ну вот оно, наше яблочко. Кладем его сюда. Все. Здоровенное яблоко разблокировались, теперь толкаем его. Офигеть, толкнешь ты его. Его надо магнезисом вот этим. Тут и магнезисом, Зельда перепутал. Короче, магией толкать. Все, оно дальше само поехало. Ну и шикарно. Можно как-то ускорить этот процесс? Сейчас вот с горочки его покатим. Давай, поехали, поехали. Бежать я за ним, конечно, не буду. Я просто полечу вот так вот. Пока выносливость у меня есть, буду лететь. Ты предложила Парису власть, Гера, но не смогла заполучить яблоко раздора. Еще бы, это был крупный просчет. Парис не жаждал власти. Он был рабом любви. Парис не жаждал власти, он был рабом любви. Сопливые истории нам какие-то рассказывают. Афина, если бы Парис знал, что грядет Троянская война, возможно, он выбрал бы военные победы, обещанные тобой. Но, увы. А! Временной парадокс! О, ты умнее, чем я думал. О, прости, я ненадолго задремал. Что ты сказал? Неважно. Все, вы доболтали? Я могу заканчивать? Яблоко раздора. Все началось из-за него. Три богини вступили в борьбу за право назваться прекраснейшей. Но Феникс знала, что для Афродиты яблоко – символ не только любви к себе. Ею двигало не одно тщеславие. Да ну! Чего же она хотела так сильно? Свободы. Ну вот и все. Яблоко раздора мы получили. Причем катил здоровое яблоко, а получил в итоге золотое маленькое. Оно у нас где-то в инвентаре там валяется. Сейчас мы даже на него посмотрим. Вот оно, яблоко раздор. Нарисовано оно, конечно, красиво, блестяще такое. Дар рассерженной Эриды, которую не пригласили на свадьбу, стал причиной ужасной войны. Вот так-то. Замок у нас еще этот большой, огроменный. Смотри, тут есть нижние сады. Мы побывали наверху, а внизу не бывали. Пойдем посмотрим, что у нас тут внизу есть. Ого, как я могу. Паркурщик от бога. Появилась какая-то шкала здоровья, написано «Алектрион, легендарный петух». Legendary петух. Птица прежде была славным Алектрионом. Мерзкий петух Гелиоса, который противно кричит на рассвете? Да, он сам. Убей его, Феникс! Да я пытаюсь! Как меня достали вопли на утро после пирушек у Диониса! Тут его, короче, еще другие петухи охраняют. Надо быть аккуратным очень. Так, переходим к топорику. Стой, 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 стой. Надо не упустить его. Куда ты? Ничего себе, он меня почти бомбанул. Давай, топорик отведай мой. Новенький. Последний удар. Выстегнул крутого петуха. И что мне дали за это? Побежден Алектрион, легендарный петух. Все ради вас, боги. Все для вас, точнее. Вы попросили, я это сделал. Получено фосфор окаменеющий. Ого. Фосфор окаменеющий. А где он у меня? Фосфор окаменеющий. Где он у меня? Написано было, что получено. Но на самом деле его нигде у меня нет. Меня надурили. А это что за жемчужина такая большущая? Не тебя ли мы искали, подруга? Ее нужно как-то открыть. Как тебя открыть?
Скорее всего, нужно вот эти вот факелы зажечь. Присядем. А, во, все, зажглась стрела. Давай пулять. Надеюсь, у меня получится. Летим. Летим, летим, летим. Но, скорее всего, разом-то две у меня не получится. Да, по одному разу придется пулять. И вторая стрела тоже успешно поражает факел. Четко. Все четко. Все по схеме. Пойдем заберем эту жемчужину. И будем думать, куда ее приволочь. Какая она красивая. Какой космос там. Просто капец. Хочу тебя огорчить, это не та жемчужина, которую мы искали. Эта жемчужина нужна для решения головоломки. Вот сюда ее нужно скинуть. Вот так вот мы ее скидываем. Ага, еще получается 4 жемчужины нужно таких найти, чтобы активировать вот эту головоломку. И что-то нам дадут. О, тут карта даже есть, смотри. Что тебе нужно, жемчужина? А, качан капусты. Видишь, тут две капусты лежит, и вот третий слот, он пустой. И где мне эту капусту найти? Капуста, капусточка. А, вот, вот, смотри. Вот она лежит. Как все рядышком, это хорошо. Ломаем стенку. Иди сюда, качан капусты. Интересно, я смогу туда закинуть? Конечно, смогу. Главное, не перекинуть. Ой, кажется, я перекинул. Я услышал, как качан капусты упал в воду. Если он упал в водопад, то это печально. А, так вот, тут тоже вода есть. Фух, я думал, он в водопад упал. Положил качан. И забираем сферу. Так, куда тебе положить бы? Наверное, сюда. Осталось еще 3 сферы. Возможно, одна из них вон там, она где-то наверху спряталась. Что-то поднимался, поднимался и куда-то не туда поднялся. Но зато дошел до еще одной сферы. Тут вонючие склянки какие-то. По всей видимости, их надо разбить. Сейчас мы это сделаем. Кстати, я хотел проверить, я могу луком разбивать? Могучей стрелой. Ага, могу. Только стрела сразу тоже сдохнет. И еще одна сферка в нашей коллекции. Так, так, так. Попаду я отсюда или нет? Надеюсь, что попаду. Кидаем. О, четко. Сейчас мы ее переложим. Вот здесь вот она должна быть, эта сверка. Нет, не здесь, прикинь. Повыше. Ага, еще 2 осталось. Смотри, там внизу есть огонек. Подожди, кажется... Кажется, я могу здесь стрельнуть. Ага, так никак. И такой стрелой тоже никак. Значит, давай спускаться. А, так вот, смотри, вот тебе, пожалуйста. Пожалуйста, вот тебе ракушечка. Нам нужно сделать вот так вот. Да, я угадал? Ага, точно. Точно. Даже огонек не понадобился. Забираем. И кидаем туда наверх. Получается, что нам осталась последняя сфера. Но где она может быть, я не знаю. Я, по-моему, тут уже все обшарил. Эу. Повыше, что ли? Да. Нашел я последнюю. Вот она где спряталась. Тут, короче, какая-то интересная задачка. Активируем. А, время идет. И мне нужно, видимо, выбить все вот эти таблички. А их тут несколько штук. Кажется, я не успею сейчас за первый раз. Ох ты ж, блин. Может быть, хорош? А, все, получилось. Фу ты. Фигня какая-то, а не задачка. Интересно, отсюда я смогу попасть? Мне, пожалуйста... О, подожди, подожди, подожди. Вот сюда. Прям в пазл. И портал сразу открылся. Ай да я, ай да красавчик. Вью. И что мне за эту головоломку дадут? Сколько? Монет? Двенадцать. Круто. Я богат. Это что, радио, что ли? Дедал, царь Какал, мой благодетель, я знаю, ты зол. Прошу тебя,
Выслушай мой рассказ. Головоломки приведут в мастерскую. Пусть они также помогут тебе все понять по пути ко мне. У меня не было выбора. Ты это слышал? Головоломки приведут в мастерскую. Короче, я вот заметил на карте, что мы выполнили эту головоломку, и она тут отметилась. Вот, видишь? Она загорелась. То есть, если я решу все вот эти головоломки, то я смогу добраться до мастерской. В мастерской меня ждет этот чувак, который по радио с нами связался. Я думаю, что мы замок Афродиты покидаем. Надеюсь, что я здесь все выполнил. Но если не все, то мы сюда обязательно с тобой вернемся. О, смотри, 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 это же лошади. Лошади. Так. Может быть, я наконец-то, как нормальный человек, смогу на лошадях покататься? Давай попробуем подкрасться. Застряли? Нет, я не застрял. Я просто присел. Покакать. Соберем грибочки. Спокойненько, спокойненько, ребят. Я тут в кустах запрятался, меня не видно. Меня не видно. Я кустик. Я кустик, здравствуй. Да, скакун приручен. Ну все, у меня теперь есть конь. Мой верный конь. Скакун. Как тебя назовем? Суслик? Скакун Суслик. Я буду звать тебя Игогобро. Так же, как в Зельде. Игогобро. Блин, на коне мне, конечно, больше нравится ездить, нежели на олене. Ого. Смотри, сколько тут жемчужин. Ничего себе. Так, коняга, походу, дальше я без тебя. Там огромная жемчужина, которую охраняет циклоп. Сейчас я попробую на него напасть как-нибудь аккуратненько, чтобы он не понял, что я тут. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, присядем. Не паникуй. Если я в него кину, он же не заметит, что я здесь. Давай! Обожаю такие штуки. А, он тоже будет кидаться? Так нечестно! Больно. Слушай, а что если я парировать буду камни? Ого! Они просто ломаются об меня. Держи. Есть. Будем сейчас с ним камнями перекидываться. А у меня поменьше. А! Этот камень разбил другой камень. Так и будем кидаться с ним. А я успел, я успел. Есть. О, можно подойти к нему, надавать люлей. Так, убегаем. Берем камушек. Какой красивый. Стой, 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 куда ты пошел? Куда ты пошел? Есть попадание. Еще один. А, он тоже за камнями пошел. Ну давай, короче, последний выстрел. Когда-то дедуль Красота. Уран заточил циклопов в Тартар, как и титанов, да? Да, боялся, что они его свергнут. Пророчество гласило... Скучище, дедуля правильно сделал. Они ж как бельмо на глазу. А, дошло? Да. Все, наконец-то мы убили циклопа, ракушка огромная раскрылась, и тут огроменная жемчужина. Рождение Афродиты – жуткая история. Да ничего жуткого. Дедуля Уран и мой никчемный папаша Кронос подрались так, что небо оторвалось от земли. Там еще кое-что оторвалось. Застав противника врасплох, Кронос ударил Урана. Удар был так силен, что земля содрогнулась, и жемчужина вылетела из раковины. Постой, там не было. Жемчужина вылетела из раковины на берег. Уран взял ее и бросил в море с такой силой, что в воде запузырилась пена. Кажется, кто-то нам чешет по ушам в плане мифологии и насчет этой жемчужины. Блин, катил жемчужину, катил, а тут у меня встречка намечается, кажется. Ну давай мы сейчас аккуратненько так присядем.
Мне главное... Ой. Ну вот. Я хотел до камня дойти. Черт. Да блинский. Не получилось. Весь план на смарку. Она своим хвостом просто из него страйк выбила. Одна готова. А в другую мы сейчас просто запульнем камень. Она там лежит, смотри, развлекается. Черт, не достаю, походу. Ну-ка. Ой, мимо. Мимо! Не страшно. Тут есть еще один камушек. Прям на голову желательно и попасть. Давай вот так вот. Есть попадание. Ну а дальше ее просто с лука. Вот и все. Ну что, жемчужинка, пошли. Тут чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ты уже в воде почти. Но это не море. А нам же нужно ее в море закинуть. Прям швырнуть. Опа, у нас тут преграда. Тут завал. Сферка, катись. Я надеюсь, что сфера сейчас наберет скорость и просто разнесет этот развал. Ага, конечно. Конечно, она разнесла. О, тут птицы. Интересно. Смогу ли я зашибить птицу броском камня? Смогу ли я по ней попасть? Смотри, одна птица, кажется, остановилась. И у нас есть все шансы. Обожаю бросать камни. Мне это так нравится. Ты видел, как это? Вот это у меня аим. Ладно, что будем делать с этим всем? Наверное, будем разбивать молотком. Вот и все. Был засор и нет засора. Давай, жемчужина, чуть-чуть осталось. Там, кстати, ворота какие-то. Надо будет сейчас, походу, их открывать как-то. Эй, откройте мне ворота, пожалуйста. Кто им? У меня все руки заняты. Походу, мне придется самому. Тут есть вот такие вот штуки, по которым нужно попасть. Все. Неужели я сейчас брошу эту жемчужину здоровую? Я запарился уже, если честно, ее катить. О, да, вот оно, море, 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 давай, падай. Фига, 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 фига. Красота. Где пена-то, пена? Пена где? Там должно быть огромное количество пены. Что-то я ее даже не вижу отсюда. А где пена-то? Жемчужину вижу, а пену не вижу. Смотри, вы серьезно, что ли? Это что за порошочечек тут такой маленький? Я утонул. Блин, с этой выносливостью. Ладно, короче, просто прыгаем в воду. Опа! И вот она пена. Мистер Тайд, блин. Одну капелюшечку как будто сюда вкинул. И вот пенка появилась. Какой-то разводняк вообще. Восстала Афродита, прекрасная, как жемчужина. О, не могу больше, Зевс. Гея соврала тебе о том, как родилась Афродита. Да ну! Тогда расскажи мне, как все было. Кронос в схватке. Да не может быть. Бросил его в море. Это... Прямо серпом отрезал. Ты больной, Прометей! И слушать не хочу! Найдя морскую пену, Феникс решила вернуться к Афродите с ключом к свободе прекрасной богини. Блин, а что он там ему за историю прошептал? Я тоже хотел услышать. Афродита, я принес то, что ты просила. Точнее... Я, по-моему, сам напросился принести ей соль. Держи, красотка, солевой раствор. Ты вернулась, моя хорошая. А пена у тебя?
Вот она. О, ты прелесть. Достала как мыло какое-то. Благословение за свои труды. Благословение. Объятие Афродиты. А теперь вылей пену на корни. Как только смогу двигаться, расширю раздачу яблок. Получилось? Восстав из пены, я была потрясающей. Нет, столько прелестных созданий ждут моей помощи. Я ночами не сплю. Все вижу их клювики и глазки и носики. Эти мокрые носики. А это что за фигня? Зона призрака. Ого! Нормально так меня метеоритом накрыло. Ё-моё, это кто такой? Да что? Чё происходит? Я вообще не в теме. Подождите, дайте отъемся. Короче, вот этот призрак Ахилла, его нужно бахнуть. Он какой-то слишком жесткий. Он меня бесит. Так, я могу вот этот... А, она взрывается. Хотел... Да что ты будешь? Да... Да... Нафиг! Капец! Это... Да, ё-моё, я спрятался, я в домике. Ай, достает все равно. Да, под жопу мне надавал. Он какой-то вообще мощный. Так, надо зелье желтое выпить. Давай пей. Да выпей ты зелье. Бат, наконец-то я выпил это долбанное зелье. Пару ударов последних осталось. Давай же, детка. Еее. Все. Че ты ржешь? Я тебя навалял. Он свалил. Найдено логово призрака. В смысле, где? Где логово? А, вон там он, наверное, на горе. Это и есть логово. Что это было? Ты не нравишься Тифону. Хотя в толк не возьму, почему. На того, кто бросает ему вызов, он насылает призрака. А призрак, как они это любят, перепоручает все теням. То есть появившийся воин на самом деле не Ахилл? Что ты, нет. Настоящий куда симпатичнее. О, а то я не знаю. Прячется тут в одной пещере. Пока не победишь его, тени будут появляться в этой части острова. А хорошие новости есть? Пена освободила мои корни. Я могу ими двигать. Один как раз закрывал проход к пещере Ахилла. С другими призраками помочь не могу. Это Геракл, Аталанта и Одиссей. Говорят же, боги любят четверицу. Так не говорят. Так не говорят. Так не говорят. Да уж. А что с корнем на пути к твоей сущности? Понимаешь, мои близкие обратились в камень, и я хотела бы узнать. Не-а. Нет. Почему-то этот корень все еще на месте. Спасибо за заботу, но... Зато я могу начать доставку яблок. В два счета всех зверушек накормлю. Займусь-ка этим. Спасибо тебе за помощь. Всего наилучшего. Но я... Дерево телепортировалось. Ну и дела. Не могу больше сидеть сложа руки. Ой, в смысле что-то там подготавливать. Верни прежнюю прекрасную язвительную Афродиту, а то я с ума сойду. Боги, откуда ты взялся? Из-за плеча? Это важно? Забудь обо мне. Подумай лучше, как избавиться от этого корня. И как? Искать во всем волшебную соль? Хотя, слушай, может, слезы Афродиты? Она же оплакивала Адониса. Слезы-то ведь соленые. О, а ты много знаешь.
Может и получится, если вылить слезы прямо на корень, что сторожит ее сущность. Но где Тифон их спрятал? Ищи в ближайших подземельях Тартара. Три слезы кристалла. Ладно, тогда займусь этим. Поспеши, а то пока Афродита не в себе, с кем я буду обсуждать вот это вот все, что ты носишь? Что не так с тем, что я ношу? И исчез. Так, ну все. На сегодня я думаю, что этого достаточно. И так дофига информации. Надо это все переварить и переспать с этим всем делом. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.